А вы сами готовите? Да, обожаю. А что? А вообще без разницы. Ну, у вас такого фирменного семейного блюда нету? Почему? Есть, их просто несколько. Кто, когда, в зависимости. Я всегда спрашиваю, что приготовить. Когда я приезжаю, я, конечно, освобождаю всех своих домашних вот этих. Потому что я здесь этого не могу, у меня нету на это времени. А уж там я прямо давайте готовить все-все-все, там, убирать, что, не знаю. А когда вы водите слона, как говорите, когда вы так вот просто прохлаждаетесь, вас с автографами не одолевают? Я маскируюсь. А, то есть вы, чтобы вас не оцифровали, вы все делаете? Ну так, но иногда, на самом деле, не особо я в это... Да обычно я человек, никогда никому не отказала. Может быть, было пару раз, когда... Ну как вы опасно сейчас сказали, никогда никому не отказала. Никогда никому не отказала в автографе. Катя никогда никому не отказывает. Нет, никогда никому не отказала в автографах или там сфотографироваться. Пару раз, справедливости ради, отмечу, что отказала, наверное, в фотографии. Ну, просто, наверное, я не очень выглядела. Допустим, это утро, какие там, ну, 5 часов утра. Не хочется, чтобы у людей осталось такая память. Да. Лучше я с ним поговорю 5 минут, с этим человеком, и все. В автографах тоже не вижу никакого смысла. Фотографию понимаю на память, а вот эта писюлька, вот это не понимаю, честно говоря. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».